Чувашии Михаил Игнатьев находится в очередном отпуске, однако связи с коллегами не теряет. В конце прошлой недели он провел ряд рабочих встреч. С главой администрации Новочебоксарска Ольгой Чепрасовой, в частности, они обсудили социально-экономическое развитие города-спутника. Новочебоксарск готовится отпраздновать очередной день рождения. Самый молодой город Чувашии динамично развивается. Появляются новые предприятия, осваиваются новые направления. Глава республики Михаил Игнатьев отметил, сохранение положительной динамики позволит пополнять доходную часть бюджета выше предусмотренных плановых показателей. Новочебоксарск участвует в 16 региональных проектах. До 2024 года в городе должно быть построено около 400 тысяч квадратного метра жилья. Особое внимание в социальной сфере. Благоустройство, озеленение, ремонт дорог, развитие инфраструктуры под постоянным контролем республиканских властей. Ольга Чепрасова рассказала о строительстве спортивных объектов. Спортивная площадка работает, она полностью уже завершена, и подрядчик по открытому аукциону был определен, завод игрового спортивного оборудования. Гарантия имеется на тренажеры, и тренеры наши уже опробовали. В разговоре коснулись и развития здравоохранения в Новочебоксарске. За последние годы выделены масштабные средства на капремонт медучреждений. Материально-ресурсное обеспечение во всех учреждениях применяется принцип «бережливая поликлиника».